Здорово. Настал момент ужасный. Надо мне все-таки разыграть. Две гитары я не хочу их разыгрывать, потому что знаю, как эти розыгрыши репостом проводятся. Тем более я хочу провести их более-менее честно. А когда их проводишь что-то более честно, с виду оно кажется, что это самое нечестное. Но я сейчас объясню. Одно из самых главных правил участия в этом розыгрыше. Если вам что-то не нравится по условиям проведения этого розыгрыша, вы не участвуете, вы за это получаете мою огромнейшую благодарность. Я не хочу, чтобы участвовать. Если у вас хоть даже доля маленькая, маленькая микронная такая доля, что, мол, типа, а-ля, я его репостил, а я от него даже ничего не получил, вы не участвуете, пожалуйста. Вы можете в других розыгрышах участвовать. Я вот так буду подходить. Почему я так говорю? Потому что я хочу провести это честно. Я не хочу, чтобы вот как просто так, знаете, вот как другие ютуберы там взяли ВКонтакте, просто репосты сделали, хотя есть другие. Но есть у YouTube, может быть, у ютуберов нет других соцсетей, это нормально. Там они провели просто ВКонтакте, и все хорошо, это легко. Просто среди всех, кто репостнул ВКонтакте, берется эта ссылка, где-то там рандомайзер вставляется, рандомайзер сам вытягивает имя. У меня еще есть ВКонтакте страница, у меня еще есть Инстаграм. И я не хочу быть вот так вот, чтобы, ну, вот проведу только для людей ВКонтакте. Я понимаю, что ВКонтакте не работает в некоторых странах. Даже в самой России я знаю людей, многих людей, которые не хотят пользоваться ВКонтактом, потому что они не любят, когда ФСБ в их личную жизнь вот сильно так вот входит. Поэтому они пользуются больше Фейсбуком. Я знаю, люди не пользуются Фейсбуком, может быть, не доверяют там Зукенбергу или как-то еще так. И у меня еще есть Инстаграм, то есть Инстаграм я хочу тоже, чтобы кое-как это все провести. Поэтому, как это будет происходить, сколько бы людей не репостнуло, я из этих всех людей, как и в прошлом розыгрыши, я выберу 300. Как я это выберу? Как-нибудь, рандомно. Буду кубики бросать. Скажу дочке, чтоб пошла, мне там 10 человек там проскроллила там вот этих репостов. Я выберу 300 человек. Я сам их, наверное, не буду вот так открыто выбирать, потому что тогда это будет предвзятость моя или плюс, или плюсовая, минусовая. То есть я буду как бы специально просматривать людей, которых я знаю, но чтоб не быть как бы так предвзятым к тем, кого я знаю, там, может, донатеры какие-то, или люди, которые мне писали в личку, или наоборот, я буду только их смотреть. Поэтому я буду, опять же, или бросать кубики, там, окей, проскроллить 5 раз вниз, и вот эту всю страницу, там, 25 человек, я тогда ее копирую, и это самое. Поэтому все участвуют в крутилке в этой, но не все будут участвовать в крутилке на стриме, когда мы будем определять победителей, то есть это будет топ 300, так сказать, первым. И опять же, еще раз повторю, почему я так делаю, потому что я хочу, чтобы все соцсети здесь участвовали. Как еще так объяснить, чтобы поняли, чтобы люди поняли, особенно люди, кто приходит сюда за халявой. Если вам не нравится хоть даже доля, микрон, вообще какая-нибудь часть этого розыгрыша, пожалуйста, не участвуйте. Это у меня что пикает. Все, что я хочу, это вот если не доверяете мне, я не хочу, чтобы вы участвовали, я вас умоляю, не участвуйте. Я хочу, чтобы участвовали люди, которые уже, может, знают меня, участвовали в моих розыгрышах, они знают, что я хочу сделать как можно лучше, но оно всегда выходит как всегда, и всегда у меня потом начинается разочарование в человеческой сущности, особенно многих вот людей, которые участвуют в розыгрышах. Я вообще разочаровался за 5, за 6 проведенных розыгрыша, я зарекался проводить розыгрыш, и я опять зарекаюсь, сижу проводить розыгрыш, типа это последний. Но опять же, эти гитары, это индонезийский Squier Stratocaster, а это китайский Squier Stratocaster, китайский Squier Stratocaster, ну они все новые гитары, я его покупал за $230, этот я покупал там, ну там в наборе оно было, ну короче, ему тоже цена где-то около $200, пересыл мне будет стоить примерно $130 на каждую гитару, смотря куда, но пересыл я проводил, я делаю в любую точку планеты, поэтому ну, пусть 350 и 300 каждая гитара, то есть призовой фонд такой, я считаю, что просто как бы эти деньги отдаю, и поэтому я хочу, чтобы выиграли люди, которые друзья канала. Друзьями канала я называю, это для тех, кто просто пришел сюда для розыгрыша, смотрит это видео. Друзьями канала я называю людей, которые смотрят, участвуют в жизни канала, которые поддерживают канал, которые заставляют, мотивируют меня продолжать канал и так далее. Ну и они знают, что где, когда. Вот, поэтому всем друзьям канала огромный привет, патронам привет. Все могут участвовать в этом розыгрыше, даже те, кто участвовали в прошлых розыгрышах, понятно, это
К сожалению, я не могу сделать так, чтобы участвовали те, у кого нет соцсетей. Я знаю, некоторые из вас такие есть люди, и мне как-то я продумывал, но думаю, это совсем тогда уже станет вот настолько сложнее. Во-первых, для меня. И я не хочу, чтобы это еще для... Почему я так делаю? Я не хочу, чтобы для меня это было, ну, я не знаю, там, эпопеей на 2 недели. То есть все имена вот так брать и переписывать, а я их вручную переписываю, потому что по-другому там, ну, соцсети, особенно Facebook, они не сделаны под розыгрыш. Они специально делают так, чтобы розыгрыши им не проводили. А ВКонтакте сделано, ну, Инстаграм тоже как-то не сильно. Поэтому я так приблизительно знаю, как я это буду делать. Я буду делать это по-своему, и это может показаться нечестным и так далее. Поэтому, если вы думаете, что вам может показаться нечестным мой розыгрыш, не участвуйте. Пожалуйста, я вас умоляю, я вас прошу, и я не знаю, как еще вам это сказать. Не участвуйте в розыгрыше, не репост. Я не хочу, чтобы вы меня репостили. Вы не делаете мне одолжение репостом. Вы сюда никакие деньги не вкладываете, ничего, вы просто пытаете удачу. И поэтому, если вы не верите в свою удачу или не верите мне, не участвуйте. Ну а так, вот такое дело. Обзор на эти гитары был на канале, как бы. Поэтому, если хотите, можете посмотреть. А так, до следующего видео. На канале «Гитарная история» обычно только интересные гитары. Ну еще вот такие вот розыгрыши, которые мне абсолютно не интересны, но я хочу, чтобы... Может быть, это как-то было приятным для вас, особенно для друзей канала. Пока. Или как-то. До следующего видео.